Сегодня французский народ отмечает свой национальный праздник – День взятия Бастилии. Традиционный красочный парад на Елисейских полях продолжил официальные торжества по случаю 200-летия Великой Французской революции. В нашей программе принимает участие чрезвычайный полномочный посол Франции в Советском Союзе Жан-Мари Мерийон. Дорогие советские друзья, я обращусь к вам в качестве посла Франции по случаю нашего национального праздника. 200 лет назад, в тот же день, началась французская революция. Взятие Бастилии – мировой символ победы над произволом. Наши предки боролись за установление демократии, за права человека и гражданина, за свободу, равенство, братство. Я надеюсь, что эти основные принципы будут везде побеждать. Перед вами выступал чрезвычайный полномочный посол Франции в Советском Союзе Жан-Мари Мерийон.